30 сентября в Хасавюрте прошли масштабные мероприятия по случаю первого слета детско-юношеского военно-патриотического движения «Юнармия». В ряды юных армейцев были приняты более 190 молодых ребят и девушек. Главной задачей создания движения является вызвать интерес у подрастающего поколения географии, истории России и ее народов, героев, выдающихся ученых и полководцев. Мероприятие началось с возложения цветов городскому мемориалу воинской славы. Основные действия слета молодежного движения развернулись в здании Дворца культуры «Спартак». Разделить радость начала работы всероссийского движения пришли представители руководства города, гости из Хасавюртовского, Новолакского и Казбековского районов. В качестве почетных гостей в слете приняли участие ветеран Великой Отечественной войны Александр Семенович Макуха, председатель регионального штаба Всероссийского общественного движения «Юнармия» в Республике Дагестан Явнус Джамбалаев. Слово для торжественного открытия военно-патриотического слета было предоставлено заместителю главы администрации муниципального образования город Хасавюрт Исмаилу Дадаеву, который поприветствовал гостей и участников и зачитал поздравительный адрес от имени главы города Зайнутдина Акмазова. Каждый участник слета проходит школу товарищества, проверку силы и воли, воспитывает в себе те качества, которые позволяют ему стать достойным продолжателем дела наших уважаемых ветеранов и защитников Отечества. Далее слово было предоставлено председателю регионального штаба Всероссийского общественного движения «Юнармия» в Республике Дагестан Явнусу Джамбалаеву, который отметил важность реализации общественного движения в субъектах и городах России, в том числе и в Хасавюрте. Дагестанцы воспитанные, культурные, образованные, по всем направлениям ребята. Мы только хотим, чтобы это армейское движение, юнармейское движение, я считаю, создано в том числе для ликвидация раскола, который когда-то образовался в нашем обществе. Создание юноармейского движения в первую очередь – это возрождение традиции и военно-патриотическое воспитание. В ряды юноармейцев вошли учащиеся старшеклассники общеобразовательных учреждений города. Новобранцы поделились своими впечатлениями и отметили о главных качествах, которыми должен обладать юноармеец. Я понимаю с этим движением то, что это в первую очередь дружба, товарищество и то, что никак нельзя предал своего друга и товарища. Защищать слабых, преодолевать преграды за справедливость, чтить память героев, которые сражались за нашу Родину, и быть достойным гражданином. Присутствующих в зале участников слета ознакомились с историей и идеей создания движения. Кульминацией мероприятия стала торжественная передача знамени юнармии и вручение удостоверений новобранцам. По завершении официальной части для всех была подготовлена концертная программа артистами Дворца культуры. Вика Сулейманова, Тагип Магомеднабиев. Информационная программа «Пульс».